Gary! You're getting robbed. I'll rip your face off, motherfucker! Sit back and enjoy the ride. Let's drive to Westminster. So with that. Thanks, man. Chemicals and it still tastes like poo. I can't hear you over all this smoke. Так вот, что ты пытаешься компенсировать. Веселись, солдат. На танцполе творится что-то странное, Лу. Можешь проверить? Страдай фигнёй. Давай, живо, дуй ко мне в кабинет. Не вижу огонька. Сядь уже, идиот. Ой, Джонни, ну ты даёшь. Помолчи. Principalmente le donne però, le macchine e la birra, insieme no. Le donne van bene con tutto. Так, Коля, какое-то волнение. Разберешься, что там? Так. Пора не заплатить. Разберись с ними, здоровяк. Джонни, мами, тут все в порядке. Черт, Лу, зайди в кабинет, прямо сейчас. Пришел как только смог, что происходит? Да ничего, просто какого хрена, Луис? Что там происходит? Или ничего не происходит? А? На самом деле, не бери в голову. Забудь все, что я сказала. Наверное, пора начать пить таблетки. Ладно, Джонни, странная ты какая-то. Постарайся расслабиться, ага. А я пошел назад, работать.
Electroshock. Так, я смотрю, что-то происходит в мужской уборной. Не помешает узнать, что именно. Буду вам через минуту. Эй, я смотрю, паренек, ты переусердствовал. Устрой для меня шоу, Лу. Обожаю, когда ты действуешь брутально. Чтобы я тебя тут больше не видел. Отлично сработано, Лу. Привет, Десси. Зловеще. Ладно, посмотрим, что там. Большой Аль, человек-легенда. Лу, удачи. Счастливо. Аль, я рад снова тебя видеть. Явился, сваливаем отсюда нахрен. Что тебя сюда занесло? Мне казалось, здешняя публика не по твоей части. Хочешь устроить крутую вечеринку? Пригласи кучу гомосеков, они знают в этом толк. Энрике, это Луис. Слушай, мне тут не помешал бы Буллет. У тебя нет такой на примете? Погоди, я ща подгоню. Что тебе надо? Вот увидишь. Видишь, ты позвонил, я приехал. Все, как я сказал. Спасибо, Энрике. Ты реальный чувак. Слушай, отвези меня в университет Веспуччи. А ты что, до сих пор не сходил на мой спектакль? Извини, я вообще-то по театрам не ходок. А что, хорошая постановка? Не знаю, наверное, не помню ни одного спектакля. Я не знал, что ты играешь в театре, Аль.
Нынче все должны заниматься какой-то ерундой. Первый шаг на пути к возвращению. Приходится убеждать всяких уродов, что ты человек серьезный. Все у тебя будет путем. Ох уж мне эти гребаные кровопийцы и их 8 спектаклей в неделю. По-моему, даже рабы так не вкалывают. Эй, да ну ты на ногах. Видок у тебя тот еще. Да вроде дня 3, все как в тумане. Позавчера я пердолил девку, а потом бах, и я уже здесь. Такие дела. Смотри, не переборщи с этим. Это все вы, сволочи, держите клуб нараспашку круглые сутки. Что еще ждать от человека, если его не выгоняют пинками? Например, что у него свои мозги есть, чтобы знать меру. Да брось, кабы я знал меру, я бы здесь не оказался. 5 лет назад я был на высоте. Любая девчонка, парень, кошка, собака, наркота, все, что пожелаешь. Тот кусок мозга, который отвечает за чувство меры, давно сгнил и отвалился. Ну да, странно тогда, что ты еще жив. Не говори, брат, сам удивляюсь, но Аль Дио на поле уличный боец, это его тема, он воин большого города. Йоу, я тут собираюсь прикупить крэк у одного придурка. Пособишь? Нет проблем. Сделаем. Лопес, ты что тут делаешь, мерзавец? Я думал, ты вышел из игры. Оскар Гомес? Это ты, засранец? Черт, братан, с радостью остался бы и поболтать, но нам нужно быстро получить товар и валить. Да все нормально. Вот она, жизнь больших людей. Твою мать, у нас есть последняя однако события. Погнали. Процесс идет в университете Веспуччи. Братан, что ты? Несколько подозреваемых. Что подумают продюсеры, если тебя арестуют накануне спектакля? Ты в жопу этих продюсеров, могут подтереться своим щедрым чеком. Я номинирован на Оскар, Аль Ди на поле, это вам не хрен с горы. Не переживай, если нас загребут, я все возьму на себя, на тебя они ничего не повесят. Очень мило с твоей стороны, Аль, только вот этим ребятам достаточно будет и прошлых моих судимостей, чтобы упечь меня. Нас не должны стапать. Считай это своего рода репетицией. Пригодится в следующий раз, когда тебе достанется роль преступника. Мне не впервой сваливать от копов, Лу. Эти твари по жизни за мной охотятся. Следят даже когда я сплю. Дай мне пушку, сейчас я уложу парочку этих ублюдков. Я это уже во многих фильмах делал. Не самая удачная мысль, остынь. Черт, когда-то полиция не смела сунуться дальше Талас-стрит. Что случилось с Либерти-Сити? Это было 20 лет назад, Аль. Все немного изменилось. Похоже, мы оторвались, Аль. Отлично, отвезешь меня в Амдром. Пора развлекать публику. Слушай, когда вы в Эстонии начнете расширять бизнес? Когда вас ждать в Айсити? Вы нам нужны? Нам и здесь проблем не разгрести, а расширение речь пока не идет. Жаль, братан. Аль понимает, что вам непросто. Так ты, значит, живешь сейчас в Айсити? Переехал, чтобы избавиться от налогов, и остался, чтобы обрести душевный покой. Душевный покой? Страшно подумать, что же с тобой было в другом месте. А, твою мать, я был ходячей катастрофой. Вайс — единственный город во всех штатах, в котором стоит задержаться. Нет всей этой лос-сантовской дряни или нервов Либерти-Сити. Чист как слеза. Я слыхал, что там живут только мошенники на пенсии, да сделавшие пластику тусовщики. Надеюсь, твои слова не означают, что я попадаю в одну из этих двух групп. Да нет, братан, конечно же нет. Ты попал сразу в обе. Oh.
Спасибо тебе огромное. Нужна будет контрамарка, обращайся в любое время. Спасибо, я позвоню за несколько дней, чтобы ты успел очухаться от спектакля. Лучше всего работается после трехдневного загула. Трезвой халтуры ты не увидишь, уж поверь. Я уладил вопрос с Большим Алем. Мне обратно ехать? А то как же? Ну и в чем же было дело, босс? Кризис сексуальности? Нет, скорее кризис всего остального. Расскажу как-нибудь в другой раз. Этот парень совсем ненормальный. Where can I take you? North Holland, yo. This is it.